Здравствуйте, коллеги. World Food 2021 вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, коллеги. Незамаев Александр Григорьевич, коммерческий директор транспортной компании А7, Москва. Расскажите, чем занимается ваша компания? Компания занимается логистикой, транспортные грузоперевозки, международные, междугородние, температурные грузы, негабаритные, опасные грузы, ну и обычные строительные и там, так сказать, товары народного потребления. Расскажите, пожалуйста, сколько лет вашей компании? Компании уже более 9 лет. За это время подобран хороший пул специалистов, куплена техника, наработаны связи, есть склады у нас таможенные в Германии, в Чехии, в Литве, в Эстонии. То есть мы можем предложить клиентам очень большой перечень услуг, который будет наверняка им очень полезен. Расскажите, пожалуйста, про ваш ареал. В каких районах вы уже работаете? Компания активно представлена в Азии. Это Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Казахстан. Ежемесячные отправки машин на эти регионы составляют более 300 машин в месяц. Вот. И возможности компании этим не исчерпаны. То есть мы растем, мы улучшаемся всячески. Вот недавно был закончен проект международной перевозки негабарита. Качественно и в срок мы выполнили данную перевозку. Вот. Непосредственно коллегам здесь на выставке мы готовы предложить наши услуги в плане доставки их продукции. Зная, как им важна скорость доставки, качество доставки, мы внедряем новые технологии. Так, в частности, мы дополнительно к перевозке в каждую машину устанавливаем дополнительный блок GPS, который позволяет клиентам контролировать местоположение груза, прогнозировать прибытие и тем самым улучшить сроки его реализации и как бы прогнозировать свою работу. Замечательно. Подскажите, я так понимаю, что главный смысл вашего посещения нашей выставки – это найти партнеров в центральной части России для того, чтобы вы были представлены, наверное, уже на всей широте нашей огромной страны. Не совсем так. Мы ищем клиентов по всему миру, то есть мы готовы работать где угодно и не ограничимся только Россией. Мы готовы расти вместе с нашими партнерами. Наверное, это лучшая фраза, чтобы закончить наше интервью. Спасибо большое и пожелаем вам удачи на выставке. Спасибо вам. Желаю удачи всем нашим партнерам. С нами вы достигнете успеха.